Ми для вас знову підготували цікаву інформацію і тільки корисні такі навички, корисні поради. І до нашої студії вже завітала Ольга Метельська, косметолог, фізичний терапевт. І ми поговоримо про те, як правильно доглядати за своєю шкірою і відкриємо деякі секрети, про які ви точно не знали. Доброго ранку. Доброе утро, здравствуйте. Ми раді вітати вас у нашій студії. І знаєте, я як дівчина, звісно, буду, мабуть, розпочинати цю нашу з вами тему. Взагалі, от шкіра. Ми часто думаємо, що це щось таке окреме і потрібно за ним окремий догляд. Це комплексна процедура догляду за обличчям, чи треба все ж таки окремо доглядати? Ви знаєте, кожа – це, пожалуй, самый большой орган, который есть у человека. Он большой по массе, он выполняет очень хорошие функции, это защитные, регулирующие, но тем не менее кожа первая встречает все негативные какие-то вот воздействия. Она отсекает вот все, что накопилось вокруг, от того, что нам не нужно внутри. Более того, наше состояние кожи, оно зависит и от работы эндокринных органов, и от внутренних каких-то вот переживаний, и от женских дней, и от самочувствия. Более того, выспались вы или не выспались, попили водичку или нет, это все сказывается на состоянии кожи. Угу. Тобто, попили водичку, це ми маємо на увазі добовий баланс води, чи все ж таки ранок починати з теплої води, як рекомендують дієтологи? Можна починати утро, безусловно, з теплої води, але тут все індивідуально. Головне – соблюдати якраз вот то, скільки ми в сутки випиваємо води, і не пити, знаєте, ви сразу утром проснулись, ага, вип'ю-ка я 2 стакани і сразу помолодію. Ви знаєте, чудо не произойдет. Если ми п'ємо сразу большое количество води, усваивается у нас примерно 50-70 вот миллилитров, а остальное у нас идет вовнутрь, и после мы получаем красивый отек. Так, тобто, щоб п'ем дробно, да. В течение дня по чуть-чуть. Є також важливий момент, догляд за шкірою у жінок і у чоловіків, він різний. А хочеться просто з чоловічої точки зору тепер дізнатися, як правильно доглядати за своєю шкірою. Ви знаєте, в принципі, у всіх одні і ті ж. Так. Прежде всего, це хороше очищення кожи. Ми підбираємо средства для очищения кожи по типу кожи. И у мужчин, и у женщин это зависит от того, насколько активно работают сальные железы. Так. Там, да, вот. И у мужчин, и у женщин есть и жирная кожа, и сухая кожа, и чувствительная кожа. То есть все это как бы вот одинаково. Дальше. Мужские и женские как бы вот крема и сыворотки, они, как правило, отличаются только запахом. Да. И а содержание... Вот... склянок в ванне. Нет, но есть мальчики, которые любят много тоже вот всяких вот бутылочек. То есть вот тут вот не надо рассказывать. Да. Маркетологи поработали хорошо. Ну, це наше життя маркетинг. Але все одно, мені здається, тобто якщо у дівчат у них є крем під очі, крем для щічок, крем там зволожуючий, нічний, то хлопці, по суті, можуть обійтися там ну, по складу 1-2 креми. Їм не потрібно під очі мазати. Ти мастиш собі щось під очі? Ну ось. А у нас зморщички ми одразу так а-та-та-та-та, щоб нічого не було. Ну, скажу вам, по секрету, для мужчин тоже есть крема под глаза, есть бустеры под глаза, конечно, есть сыворотки лифтинговые, есть маски ночные, тоже сугубо мужские. Они идут в красивой синей, либо в серой вот серии, там все четко написано. Все чітко і зрозуміло. Оль, хочеться от у тебе такий, знаєш, нюансик уточнити. Дивися, є різні категорії чоловіків. Давай зараз візьмемо таку загальну, коли один раз помив голову і вже класно виглядає. Чи можна якось в домашніх умовах нормально доглядати за шкірою, аби не купувати щось? Можливо, це якісь продукти, чи в домашніх умовах якісь рецепти робити? Можна, безусловно. Ну, ви знаєте, проще пойти в магазин і все-таки купити професіональне мило для очищення кожи. Ну, мимо цього ми не пійдемо. Скажімо так, пенку для бриття ви все одно будете покупати професіональну, да, вот, а не колотити з домашнього мила. То же самое, лосьон после бритья вам придется все равно купить. То есть хотя бы вот эти вот 3 продукта у вас должны быть. Плюс крем с SPF-фактором. Это солнцезащитным, он тоже должен быть, потому что как раз солнечные лучи и являются первопричиной фотостарения. Це в літній період, чи ми кажемо про загальний? Вообще круглый год. Вообще, если вы посмотрите вот прогноз погоды на своем телефоне и начнете ленту листать вниз, вы увидите там такой значок UF-индекс. То есть это количество ультрафиолета, да, вот, которое проникает непосредственно вот сейчас, вот в данный момент вокруг. И если индекс идет больше, чем 2, значит вокруг как бы достаточно агрессивная среда, и нам нужно использовать уже крем с SPF хотя бы 15. А то и больше.
Это может быть зимой, тем более может быть летом. Я сейчас вот смотрела, по-моему, около тройки было. То есть около час, вот 8:30 утра уже ОФ-3. Тобто все, все одно, якщо навіть три, то треба конечно, вже... Конечно, конечно. Ми не видим эти лучи, но они проникают глубоко в нашу кожу, ну, как бы происходят химические процессы, и начинаются процессы разрушения того же коллагена, эластина. Угу. Поэтому спасаемся. А дивіться, мені так само цікаво, якщо вже Максим підняв тему косметики, створеної в домашніх умовах. Я ще пам'ятаю, як моя бабуся розповідала, що нащо тобі, каже, ти всі крема, якісь масла, каже, візьми шкірочку з огірка, собі тут під очі, як патчі ми зараз робимо, там якісь собі ще масочки. Це зараз дійсно дієво? Чи все ж таки сучасні препарати, вони вже замінили давно виготовлення в домашніх умовах? Ні, ви знаєте, це все працює, особливо, якщо ви не можете купити якісний косметичний продукт. Да, вот. Если вы смотрите, например, там крем, там цена 50 мл, 120 гривен, производство там затерто, да, вот, и мы понимаем, начинаем считать, ага, баночка у нас стоит сколько? 20 гривен, проезд, еще там что-то там, вот, да, вот, маркетинг там вот столько, да, в результате крем там за 15 гривен, стоит ли его наносить вообще себе вот как бы вот на лицо? Ну так. Тому краще, якщо ми не впевнені в марці, так, в продукції, краще вже знайти альтернативу домашню. Да, и оно действительно работает. Понятно, что маски с коллагеном, как бы вот профессиональные, дают один эффект. Домашние маски с желатином, они тоже хороши. Угу. А розкажіть, желатином це для чого можна використовувати? Желатин – це той же, як би, животний колаген. Угу. Вот. Но, скажем так, вот, еще не пройшов определенные вот стадии вот обработки, нету там определенного, там, да, вот, если мы берем профессиональную масочку, там уже вот, как бы, вот, весь комплекс есть, а здесь у нас просто вот ингредиент, и с ним можно что-то сделать. Желатин нам нужен для того, чтобы кожа стала более гладкая, более того, скажем так, вот, если у нас шероховатость, сгорели мы на солнышке, что-то пошло вот как-то вот не так в том плане, что вот сухая кожа, желатин нам поможет. Угу. Просто берем обычный желатин, одну чайную ложку, заливаем 2 столовыми ложками молока, вот, желательно хорошего качества, ждем минут 15 для того, чтобы набух желатин, ставим потом эту вот смесь на водяную баню, практически сразу это все вот превращается такой вот в желеобразную такую вот, как вот жидкость, вот, и можем кисточкой спокойно наносить на лицо и ждем 15 минут, после чего смываем. Ух ты! Самозмывается, так не снимается, как это показывают в рекламах. Нет, ничего, нет, это совсем уже другой продукт. Там уже немножко силикона все-таки есть. А дивіться, так само, чи можемо ми зараз розібрати, наприклад, природні ось такі компоненти для догляду за собою, перевівши паралель з вже, які є зараз у наших прилавках. Наприклад, патчі ми можемо замінити огірками. Це те, що, наприклад, я знаю. Не только, также мы еще можем из картофеля сделать. А як, скажите? Ну, просто мы берем картофельные свежие слаксы, вырезаем себе вот патчи, прикладываем. Только це, нужно тоненько нарезать. Це сам... То же самое. Шкірка чи просто Нет, можна вот середина картофеля, вот просто мы вот разрезали, получилось вот как тоненький этот, вот вырезали, приложили, пожалуйста. Ух крахмал ты. Прекрасно вот как бы действует на кожу, снимает темные круги под глазами, убирает отечность, то есть оно реально работает. Если да. был ожог, вот предположим, солнечный, перележали вы на солнышке, кусок картофеля положили вот как бы вот на глаза, становится лучше. Так, ми таку, ти знаєш, дуже цікаву тему зачепили. Да. Поїсти і картопля, і огірки. Ти також фізичний терапевт, да. І я знаю, що ти навіть вплоть до дієт можеш людям розказати. Ну, вираховувати. Да, дело в том, что состояние как бы вот кожи, как я говорила, и зависит от внутренних каких-то проблем. Так. И, например, вот при каждом заболевании, вот там, да, вот в любом, кроме того, что там прыщички будут в определенных местах, там, да, но еще и для внутренних органов есть разные диеты. В принципе, их классических 15. Там вот есть диета, там, да, вот, если у вас заболевание сердца, диета, если у вас заболевание почек, то есть как бы спокойно вот они есть, они все расписаны, и если мы придерживаемся правильного питания согласно рекомендациям, мы видим хорошие результаты уже по изменению вот состояния кожи, ну, через 2 недели, ну, прям вот вообще хорошо. Так, а якщо ми зараз не говоримо про конкретну дієту, а просто про продукти, які must have у раціоні людини, от щоб і шкіра була нормальна, і людина себе нормально, адекватно відчувала. Ну, вы знаете, лично я люблю вообще утро начинать со смузи. Ух ты. Да.
Так. Вот мне дочка подарила наконец-то там замечательный вот комбайн, которым я прекрасно сбиваю смузи. Так вот, сельдерей с яблоком. Прекрасная вещь. А він для чого саме? На що він більше впливає? Сельдерей очень хорошо очищает организм. Ага. Он является антибактериальным. Вообще сельдерей полезен еще для суставов. Как раз вот подвижность суставов – это очень хорошо. Опять же, вот яблоко – это понятно, что это железо. Понятно, что если это кислое немножко яблоко, это витамин С. И плюс яблоко в чистом виде, вот, например, вот на голодный желудок – это нежелательно. Нужно его чем-то вот разбавлять. То есть вот вариант вот сельдерей и яблоко очень хорошо, низкокалорийно, прекрасно вас вот как бы вот насыщает, и можно этим дополнить ваш завтрак, вот, либо вот использовать вот как небольшой вот перекус. Так, а ще які смузи вы себе робите? Ой, вы знаете, делаю и морковку с сельдереем, но получается так вот оно более плотненько. Вот пыталась сделать вместе с этим, с апельсином. Ух ты. Вкусно, но нужно предварительно вынимать косточки. Ага, будем узнать. Потому что получается, знаете, как у ленивой хозяйки, косточки все равно потом либо нужно их процедить, либо их нужно что-то с ними сделать. Так, ну и стандартные, это вот морковка, немножко вот буряка, тот же вот сельдерей. Ну, опять же, это все добавляем в воду, потому что иначе смузи мы не собьем, получается очень вкусно. Ну и сезонные сейчас, вот клубника, банан. Ой. Это очень, да, очень вкусно, не очень могу сказать, что полезно для фигуры, но... Так, да, навіть так, оно цікаво. Це ж фрукти. Дело в том, что банан – это в основном у нас крахмал. Ага. Да. Так. И если мы съедаем где-то за раз там, вот половинку банана, гликемический индекс, это да, вот сахар в крови, так. Да, у нас вот, в принципе находится в пределах нормы. Угу. Там да, все с нами хорошо. Стоит нам съесть как бы уже два банана, да, цукор начинает да, абсолютно другие вот процессы в организме. Поэтому там, да, вот, та же клубника, она разная бывает по составу. Ну, тут да, да. Если она очень... Нет, даже вот идеальная на грядке, то есть меньше сахара, больше сахара. Я вот сейчас говорю о чем. Да, вот и сладкий коктейль, вот клубника, банан, а если мы еще хотим туда добавить мед... Ой. Вкусно, да, но для талии не очень полезно. Але вже літо, вже можна. Тому всі готувалися до літа і себе чимось обмежували. Зараз вже можна. Знаєте, мені ще цікаво, ми завжди кажемо якось про шкіру, то ми одразу розуміємо про шкіру обличчя. Але ж у нас якби ще 80%, 100% є шкіри, яка також потребує догляду. Чи могли б ви розказати за доглядом всього тіла, от шкіри тіла? Скрабчики, бальзамчики, гелі, що потрібно? От яка має бути система догляду? Ну, вы знаете, опять же, прежде всего очищение кожи. Душ с очищающим средством вечером обязательно, утром хотя бы вот как бы без очищения, ну как бы без очищающего средства, но обязательно как бы очищение. Дальше, скрабы мы можем использовать в уходе для кожи тела, но мы их используем не чаще, чем один раз в неделю. Ага. Если мы собираемся выходить на солнышко, и знаете, вот если вот приехали вот куда-то, предположим, на отдых, и нам говорят, о, идемте, сейчас мы вам сделаем пилинг. Угу. Поздравляю, завтра вы сгорите. О, да. Класс. То есть вас отшелушат, будет все красиво, но истончится вот как бы защитный слой, и вы получите вот совершенно другой результат, чем вы хотели. Поэтому скрабирование кожи мы делаем дня за три до того, как мы собираемся ехать вообще вот отдыхать. Угу. Дальше. Когда мы выбираем скрабы для тела, мы берем так называемые мелкодисперсные. То есть не крупный такой вот кристаллик соли, так, чтобы уж потереть, там, да, и такое так. Впечатление, что вот наждачка прошлась везде. Ой, это идеально. Там, да. Да, да, да. Вот. Можно, только для пяток. А. О! Да, 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 да. Ты развеяла мой стереотип. Вот. Все остальное мы берем с мелким помолом, либо с мелкими частичками. Опять же, нужно очень аккуратно относиться, например, к скрабам, там, где идет натуральная крошка каких-то там либо камушков, либо косточек. Так. Скрабик с абрикосами, косточками. Там сама частичка, она колотая и очень такая вот остренькая. Угу. Вот. Поэтому лучше выбрать скраб, например, с полиэтиленовой пленочкой. Ух ты. То есть там вот надо мелкодисперсные, кругленькие шарики, то есть все аккуратненько, то есть вот травматизм будет минимальный. Если домашние, то мы можем взять вот, да, вот скраб на основе кофе. Он, по-моему, как бы вот идеален, ну, во всех случаях, кроме одного, когда нужно потом умыть ванну. Это вот как-то небольшой. Потребуешь жертв. Да.
Поэтому мы лучше возьмем соль или сахар, добавим, например, вот на 2 чайные ложки сахара, 1 столовую ложку оливкового либо миндального масла, перемешаем. Это все тщательно. Добавим эфирные масла, вот, которые соответствуют вашему типу кожи. Это может быть и лимон, и апельсин, и мята. Единственное, что мы помним, что все эфирные масла цитрусовых, они обладают свойством фотосенсибилизации. То есть вот как бы делают кожу более чувствительную к солнцу. То есть такой скрабик мы используем только вечером, а не перед тем, как пошли загорать. Ага. А от після скрабу, чи потрібно якось захистити знову шкіру, чи просто її треба залишити в спокої? Як тут? Мы смываем скраб приятной такой вот водой чуть-чуть выше комнатной температуры, чуть тепленькой, и наносим увлажняющий, регенерирующий крем. Ух ты! И все. Это, в принципе, все, что можно сделать с телом. Нет, можно еще как бы вот заморочиться с обертываниями. Так. Вот, это уже интересно для девочек. Вибачте, секундочку. Максим, мне интересно, ты пробовал себе оцей скрабчик? Ну, звісно. Я что, просто так тут сижу? Добре, ми далі переходимо до дівочих тем. Ось обгортання. Итак, обертывания, как правило, у нас делятся на несколько категорий. Первое – это то, что снимает отечность. Вот. И второе – это вот больше, это антицеллюлит. Так. Да, вот. И третье – это уже идут у нас питание, это после того, как мы приехали с моря. То есть вот эти вот три основные группы – это топ. Если мы говорим про свойства для снимающей отечности, то это прежде всего водоросли. Вот. Вот, да, это ламинария. Например, вот обычная ламинария, которую мы идем вот покупаем в аптеке, в порошке, в банке, в пачке, в чем угодно, может быть использована для домашнего обертывания. Мы покупаем ламинарию, перебиваем ее на кофемолке, заливаем потом порошочек водой для такой консистенции, чтобы мы видели, знаете, вот как легкое такое вот желе. И после этого все стандартно. На очищенную кожу мы наносим состав в те зоны, которые вот нас интересуют. Желательно это делать вообще вот от кончика вот пальчиков, потому что за отечность у нас, да, вот в кавычках, отвечает работа лимфатической системы. Ага. А лимфатическая система у нас идет от кончиков конечностей и непосредственно как бы, да, вот к середине тела. Поэтому начинаем все вот как бы вот с кончиков пальчиков, все это мы натираем. Вот после чего аккуратно обертываем все это дело пленочкой, можно обычной пищевой по кругу, либо, если это все очень долго и сложно, можем вообще, знаете, вот есть большая такая вот строительная пленка. Одразу замотаться. Простыни. Вот в косметологии есть так называемые простыни для обертывания. Вот очень сильно вот оно похоже. Я вот уявляю, выходит дружина с душу, каже, так, чоловіче, замотай мене. Нет, она не выходит. Вы просто расстилаете. Простынь, вот полиэтиленовую, делаете вот обертывание, вот тут намазали составом, аккуратно легли в пленку и вот так вот себя завернули. И укрылись одеялком, да, и лежите там себе. Все. А человек в этот момент подъедает там что-то с холодильничку. Выходит из дома. Нет, ну мы же такие вещи делаем, когда мужья нас не видят. Ну так. Ну давайте так. Иногда роблять, когда чоловіки бачать. Так, давайте теперь до чоловіків тем перейдемо. Хочется дізнатися твою експертну думку, саме як реабілітолога. На днях буквально гортав стрічку соціальних мереж і побачив, ну чесно, довіри до такого немає, але... Побачив такого псевдопрофесіонала, який каже, якщо болить спина, якщо болять сустави, то вам всього-навсього, що потрібно, це цей валік і на ньому полежати. Скажи, як реабілітолог, воно працює? Чи є взагалі сенс це робити? Тут нужно хорошо разобраться в природе, почему оно у вас болит. Так. Если у вас просто спазмированы мышцы, там, да, вот трапеция, либо прямые мышцы там, вот спины, то как... элемент реабилитации, вы можете полежать на этом валике. Да. Но если вы посидели под форточкой, вас продуло, так. И проблема уже, скажем так, вот это нервопатолога, то нужно идти к специалисту, а не лежать на валике. Нет, это не панацея. То есть это как элемент, который мы можем использовать где-то. Это, знаете, вот как занятие пилатесом. Там мы можем полежать на мече, мы можем что-то сделать, но это не означает, что у нас вот от двух занятий там вот чего-то там, не знаю, выровняется спина, пройдет сколиоз. То есть нет, это все нужно делать в системе. А в домашних условиях можно якось побороти сколиоз, например?
Совсем нет. Покращити якось? Конечно, либо можно поддержать то состояние, которое есть на конкретный момент. Вообще сколиоз – это все очень серьезно. Есть несколько стадий сколиоза. Есть простые, вот там, да, вот когда у нас изменяется просто осанка, когда просто одно там плечо чуть выше, чуть ниже, так, по-разному стоят вот лопатки. Это мы можем исправить при помощи гимнастики, при помощи того, что вы регулярно ходите заниматься там пилатесом, йогой, там, да, вот вы ходите в группу ЛФК, возможно, вы ходите на массаж, то есть это все вот как бы, да, оно исправляется. Так. А бывают ситуации, когда уже такой сильный вот перекос, что вплоть до хирургического вмешательства и корсета. То есть вот давайте смотреть вот на стадию и обсуждать, да, вот так, конкретно. Зрозумів. Є ще один такий момент. Зараз дуже багато реклами з приводу того, що є, знаєш, ці коректори постаті. Да. От скажи, на твою експертну думку, воно взагалі працює чи все ж таки краще своїми власними м'язами? Ну, во-первых, лучше в зал і к реабілітологу, это раз. Самому себе этого не назначать, потому так, что там идет вот разный подбор на разную высоту, с разных материалов, в разной плотности. То есть вот, более того, целый день вы не можете носить этот корсет, потому что он тоже вот меняет работу вот той же лимфатической системы. То есть все это перестраивается. То есть это как бы достаточно серьезная вещь. Опять же, это один элемент, который вам могут назначить и должны конкретно вам подобрать. Тобто все одно ми приходимо до того, що все індивідуально. Звісно. Угу. Бо, знаєш, просто ми почали спочатку говорити про маркетинг, а це все позиціонується як саме панацея від усього. Ось. Ні, панацеї, к сожалению, не существує, волшебної таблетки нет. Якщо б вона була, я б прийшла перша, ребята, я її знайшла. О, було да, класно. Так. Да, ну, увы. Ну, мені здається, ви взагалі зараз такий унікальний гість в нашій студії, тому що ми завжди намагаємося знайти ось цю унікальну пігулку, а ви дали пояснити, що все залежить тільки від вас, і якщо якісь є проблеми, треба звертатися до спеціаліста, а не одразу думати, що ми самі можемо все якби вирішити, з усім впоратися. Люди на те вчилися, люди те розуміють, потрібно не боятися до них звертатися. Ну, во-первых, спеціалісти, ми ж не буки какие-то, понимаете, не надо вот бояться спеціаліста, що от я зараз прийду і мені скажуть, що у мене там какая-то проблема. Но кроме того, что вам обратят внимание, что есть проблема, вам же дадут рекомендацию, как с этим делом бороться. Ну так. Но вопрос в том, что зарядку делать не хочется. А от тут важливий момент, Оль, тому що люди у нас по натурі свої ліниві. Вони приходять до лікаря, аби той вирішив будь-які проблеми, а самі нічого робити не хочуть. Тут є такий момент, що у людей зараз найтака, знаєш, популярніша проблема – це постійна втома. І якщо людина буде робити зранку зарядку, чи можливо перебороти цю втому? Если мы достаточно количество времени спим, то, конечно, можно. Ага. Да, физические упражнения, они поднимают вообще вот как бы не только там наше самочувствие, там, да, вот нормализуют работу там вообще эндокринной системы, там поднимают уверенность в себе. Вот человек, который что-то может физически сделать, да, вот он так уже чувствует себя более уверенным в этом мире. Это, знаете, вот, допустим, вот было мне настолько плохо, там, да, вот схватило мне шею. Не могу поднять руку, господи, одеть капюшон, там, это, ну, вообще, ну, никак, вот в куртке, ну, вот в жесть. Там, да, вот, прошло какой-то период времени, попустило, сделали зарядку, и потом так идешь по улице, одеваешь капюшон, и понимаешь, боже, какая я богиня. Ну, вот просто вот элементарно, это я, у меня поднимается рука. То же самое и с зарядкой. То есть, вот, когда ты встал, там, да, вот, ленивый, скрюченный, тут болит, там болит, сделал легкую там вот разминочку, через какой-то промежуток времени ты начинаешь смотреть на себя в зеркало, смотришь, о, так и да, и тут лучше. Более того, состояние вообще вот всех мышц, оно влияет и на красоту лица. Ух ты! Да. Да. Очень часто, например, у нас вот проблема второго подбородка, это связано с проблемами в шейно-воротниковой зоне. А какие это проблемы? Вот, например, у нас тут есть малая грудная мышца. Так. Да, вот. Ее основная функция, она тянет плечи вперед. Так. Да, вот. И если она спазмируется, плечи у нас уходят вперед, соответственно, стуленькая у нас спинка. Так.
Сзади у нас, например, вот есть замечательная трапеция, да, вот начинается почти вот от середины там вот позвоночника, идет вверх, расходится несколькими долями, и вот, предположим, верхняя доля трапеции, это вот тут вот шея, так, тоже находится в спазме, вместе с грудной. В результате здесь скукожило, здесь скукожило, видите, сразу пошел второй подбородок. Только я распрямилась, да. Слухайте, це ви зараз для мене взагалі магію відкрили. То я думаю, чому інколи він з'являється, інколи його немає. Это просто вот в зависимости от того, да, вот почему говорят, не сутулься. Все. Там держись там вот. То есть все это влияет. То же самое. Например, вот говорим опять о лимфатической системе. Лимфатическая система вот верхней части, там, да, вот лица, она у нас обладает несколькими зонами лимфатических узлов. Щечные лимфатические узлы, околоушные, заушные, подбородки, подчелюстные вот здесь вот. Потом все идет вот как бы вот по шее с боковой поверхности, надключичные, подключичные, потом пошли подмышечные. То есть вот это вот все вот так вот у нас взаимодействует. Так. Итак, предположим, что мы сутулиные, соответственно, у нас получается, что отток лимфы по шее нарушается, его толком нету. Вся эта красота скапливается, соответственно, в щеки, в подбородок. То есть, ну, и все. Вот и все. И да. Поехали. И поехали, да. И потом получается вот отечность. Оль, ми дуже тобі дякуємо, що ти сьогодні розпочала ранок у нашій компанії. Класно, поговорили про важливе. Я тепер точно не хочу горбитися, хочу бути стрункою і красивою. Тепер я буду ходити ось так, приблизно. Ну так, це, мабуть, вже перебор, але все одно стремляємося. Ну поки привчу себе, а потім вже буду легко ходити. Договорились. Знаєш, після розмови з професіоналом, вона, знаєш, як і постать сама собою вирівнюється, і хочеться все ж таки слідкувати за собою. Друзі, ви теж слідкуйте, не сутультеся. У нас у гостях Ольга Метельська, косметолог та фізичний терапевт. Ну що ж, тепер ви точно знаєте, як підтримати своє тіло у спортивній формі, яку музику вам краще обирати для своєї вечірньої прогулянки або ж просто відпочинку. А для того, щоб завжди бути з нами, підпишіться на наш YouTube-канал «Правда тут». Не забувайте написати класний коментар, поставити палець догори і увімкнути дзвіночок.